Двухдневный областной турнир по боксу среди юниоров провели в Староскольской спортшколе «Золотые перчатки» ко дню пограничника. Помимо спортсменов региона, на соревнования приехали боксеры из Курска, Москвы и Воронежа. Посмотреть бои пригласили тех, кто в разные годы охранял границы нашей родины. Зрелищность первых боев задала темп всему турниру. Староскольец Эдман Геворгян на ринг вышел в паре с другом. Тренироваться вместе ребятам приходилось часто. Но, убежден парень, на ринге дружбе места нет. Прямо любимые. Так-то нету их. Все на самом деле сразу происходит в моменте. По противнику смотрю. Если противник на тебя пойдет, ты отрабатываешь вторым номером. Если на себя потянет, ты пойдешь на него. Так что с каждым противником по-разному боксируем. Со всеми разный подход. Боксировал с другом, с которым много было моментов на всяких сборах, соревнованиях. Но в ринге нет друзей. Мы все это понимаем, и мы боксировали. 17-летний Никита Сионов в своем первом поединке уступил победу партнеру. Признается, не хватило физической подготовки. Сегодняшний бой прошел тяжело. Определенно были трудности во время боя. К сожалению, вот так вот вышло. В следующий раз будет лучше. Мне не хватило дыхалки определенно. Не хватило сил на бой. Надо вырабатывать дыхалку, больше бегать, больше заниматься спортом. На праздничные соревнования пригласили староскольских пограничников. Бокс – это единоборство. Виды войск, родов, наши представители боксерского сообщества служат и в воздушно-десантных войсках, и десантно-штурмовых бригадах. Отряды, которые у нас защищают границы Российской Федерации, и у нас два тренера являются бывшими военнослужащими, которые служили в Майорском. На ринг выходили юниоры 17, 18, 19, 22 лет в 11 весовых категориях из 6 муниципалитетов области, а также Москвы, Курска и Воронежа. Двухдневный областной турнир стал итоговым в этом соревновательном сезоне. Анастасия Проурзина, Александр Савин, Елизавета Очкасова, 9 канал.